Регулярно в городском округе Люберцы экологи проводят рейды по выявлению нарушений природоохранного законодательства. Специалисты обследуют все промышленные зоны. Об одной из таких проверок в поселке Томилино расскажем в следующем сюжете Анастасии Кладиновой. Этот участок в поселке Томилино на особом контроле у сотрудников администрации и Министерства экологии Московской области. Компания купила землю для хранения складских контейнеров. Но при очередной проверке обнаружили отходы и навалы грунта, а разрешения на эту деятельность у собственника нет. По прошлому году Министерство экологии занималось этим участком, и собственнику земельного участка было выдано предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. По результатам повторного осмотра предписание не выполнено. В связи с этим принято решение об обследовании участка экспертами-экологами. Специализированная лаборатория отобрала пробу грунта для расчета ущерба, нанесенного компонентом окружающей среды. Нами проведены совместно с администрацией контрольно-надзорные мероприятия. Выявлены навалы отходов. В данный момент происходит отбор проб. По результатам отбора проб будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Окончательное решение по мерам административного воздействия будет принято по результатам анализа. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.